Welcome back, друзья! Ну что ж, с вами Слэм, это Киберарена ТВ. Мы смотрим с вами чемпионат Fnatic Counter-Strike 1.6 Лига. Можно просто Fnatic Play Лига, как ее прозвали в простонародье. Ну и у нас наконец-таки зашли на сервер, врубились игроки команды Fnatic, игроки команды SK Gaming. Уже идет межраунд вовсю, я предлагаю перейти к самому интересному. Ну и насладиться, наверное, процессом этой поножовщины. Осталось совсем чуть-чуть. Игзи ставит хедшот сразу по робу, но удачный врыв просто сейчас был в Counter-Strike. Жесткий, нереальный. Фнатик, ну что, хотят защиту, Делпан хочет атаку. Два трейна подряд, это на самом деле очень-очень бодро, смена сторон. И, как видим, будет за защиту все-таки биться у нас Фнатики. Атаковать будут SK Gaming, отличный шанс для Фнатик. Напомню, что я уже сказал, что Гукса не будет сегодня в составе команды Фнатик. Есть QP, его не QP, здесь еще буква B приписана. На самом деле старый игрок, я уже рассказывал немного о его истории, то есть с кем он играл до этого. Так что в его уровне, думаю, сомневаться мы не будем. Да и не взяли бы его по-любому, если бы он понимал, что происходит. Он, скажем, этот парень такой же закалки, как Зист, как Гидрайт. Ну вот, не сложилось у него с карьерой немножечко игрока профессионального. Ну, он был стабилен, но в свое время он, вернее, был стабилен, но не настолько, как этого все хотели. Ну и в итоге просто в то время, когда он играл вместе с Гидрайтом, команды вроде Giants, они были чем-то вроде средства взращивания талантливых игроков для таких организаций, как SK Gaming и Fnatic. Разумеется, у них были всегда деньги, и они могли себе позволить просто выкупать игроков, предлагать им. И в итоге вот выросло это все в два крепких состава со шведскими флагами, но потом у Fnatic пошел небольшой спад. Вообще состав Fnatic, я считаю, 2007-2008 года, это, наверное, самая крепкая пятерка, которая была у шведов. Я даже не буду вспоминать 2005. Вот обычно все вспоминают 2005, когда говорят о шведском Counter-Strike, таких парней, как Spawn Hidden. Я на самом деле не вижу в них ничего легендарного, просто это сейчас выглядит так, как будто когда-то давно эти парни научили всех играть. На самом деле было все далеко не так, я считаю. Я считаю, например, в СНГ игроков в то время, да, они были послабже уровнем, но есть намного интереснее персонажи. Ну что, здесь первый пистолетный раунд. Только что СК обыграли команду и строились на трейне. Посмотрим, как соотечественниками ляжет фишка. Пока что минус от QP. Первый. Ну вот она, замена. Открывает счет в раунде. Керриган, как видим, у нас играет пока что с линка. Их там трое игрока. Так, QP с Фрисом согнали. Сейчас идет жесткая плотная атака на линию. И выход в плент. Но это уже такая центровая атака. Ее по-другому не назвать. Делпан ставит хедшот. Попытка отбиться от КТ. Ой-ой-ой, Роба на два пистолета вылез. Попытка убить. Разменять. Моди минус Фриз. Минус два от Моди. Сильвестр Моди Сталлоне, как его прозвали. Между прочим, не зрители из России, не любители Counter-Strike из России, а как раз-таки пацаны из Швеции. Потому что он реально был похож на Сильвестра в юности. Сравнивали его? Сравнивали? Ну что, остались здесь, как видим, три игрока в живых. У команды Fnatic Гидрайт один пытается забрать бомбу, Керриган его нагревает. 1-0, и Fnatic выходят вперед, вырываются. Ну, ставлю здесь на 10-5, 11-4 в первой половине. Я все-таки думаю, что дефенс команды Fnatic будет жесткий. Вот вторая половина, конечно, будет поинтересней, посмачней. С точки зрения того, что Fnatic, вернее, СК попытаются сдать камбэк, что вполне логично. Но вот получится у них это сделать, пока что непонятно. Ну, сейчас Глоки развлекало, наверное, будет здесь, да, в доме. Будут тусоваться, пытаться, возможно, выйти на закрытый. И, скорее всего, выйдут даже на моде. Ну, там еще Керриган на хелпе. В общем, все, у Fnatic закрыто, все замечательно. Позиции, как в первом раунде, кроме вот линка, конечно же. QP зелень будет на нее опираться. Это позиция Гукса вообще, по сути дела. И, скажем так, заменяет полностью. Ну что, здесь готовится выход на закрытый пока, как видим. USK, Fnatic готовы, по-моему, вовсю принимать такой расклад, как видим. Ну вот Моди напугал, по пяткам начал щекотать сейчас врагов, как видим. Ой, ой-ой-ой, Моди здесь просто собирает. Пиликала гармошка, играл аккордеон, а маленький Моди натягивал. 2-0 в пользу Fnatic. Нормально. Вот уже идут сообщения. О, друзья, ну тут, по-моему, Колон задал новый жанр. Сейчас, если Керриган сменит ник на Колона, будет весело.
Ну, возможно, весело, возможно, нет. Давайте посмотрим все-таки за Керриганом. Может, он сейчас в биатлонке наштопает. Ну, вот она в чем проблема. Без бомбы эсказы купаются, выходят сразу же шестой вагон. Идет атака, Зелень забрасывается, считает ситуацию. Здесь игроки команды Fnatic. Но выпускает все-таки Долфана на шестой вагон. Дается флеш на прокид. Башня пустая, фора чекает. Долфан минус Керриган. Заперли линк, инфа для Акзиста хорошая. Но он может попасть в перекрестный огонь. Моди должен здесь срочно просто помочь ему. Но Моди совершенно спокойно фейс уничтожает. Эх, по-царски просто играют SK Gaming на позитиве. Но QP все-таки сыграл на унижение соперника, дав минус 2 с ФАМАСа на дальней дистанции с пятой линии. Я оставил Гидрайта одного разыгрывать бомбу на Б. Эту ситуацию, конечно, понимают сейчас QP и Exist. Вот теперь посмотрим, как сыграет эта парочка. Сладкая парочка шведов против Кристофера Элисунда. Наверное, одного из самых офигенных игроков. Хотя, вот, пускай все офигенные, но здесь, как видим, QP все-таки засчитал его. Не, ну, Гидрайт тут... Ошибка Гидрайта в том, что он, по-моему, здесь слегка недооценивает Fnatic. Начал делать какие-то непонятные триксы. Пытался куда-то пропрыгать, не прочека второго парня. В итоге отдают 3-0. Но стояла бомба, сыграли девайс на раунд. До ситуации 2 в 1, поэтому... До ситуации 1 в 1 даже, да. Поэтому сейчас с деньгами у Fnatic, конечно, проблемка есть. Вот СК могут сейчас купить девайсы. И, как я вижу, да, Робан покупает. С поздними респаунами будут действовать СК, и получится у них. Не, наверное, просто холд 2-2-1, можно посидеть, как бы, да, вот видим, Форест помог. Мусорки пока что проходит. Робан, Делпан, Дом, Робан вместе с ним. Ну, здесь ждут, естественно, поджимом. Какие-то прострелы я слышу от Fnatic. QP зелень. Так, фриз. У нас, конечно же, уже с Савиком стоит, и Керриган тоже. Розыгрыш на 2 ВП. Вот оно, датское звено, да, как работает, посмотрите. Два датчанина, оба с ВП. Куча времени. И пишет что-то End Time Quarpa сервер. Но это, наверное, Дэниэль что-то написал. Он руководит процессами. У меня его фамилию просто не выговорить. Она сербская. А, выговорить. Все просто. Фамилия у него либо Римус, либо Ремус. Как-то так произносится. Вот, ну что. Пока что slow play. Тут Fnatic уже, кстати, понимают, что, скорее всего, шведы играют действительно... заготовочку 2-2-1. Ну, то есть здесь парная игра, она очень-очень, как бы, предсказуема от СК. Это вообще парни, которые сейчас начинают все больше и больше напоминать полякам всех. То есть вот у поляков раньше парная игра стояла хорошо. Ну вот, с божьей помощью, как видим, все-таки открылись на 3-4. Зачекали Айвик. Ну, по-моему, Фриска сейчас будет просто редисить пацанов. Опс, минус Гедрайт. Ну, ох, Форест, как зашел красиво. Ну вот, к сожалению... Монди здесь успел подоспеть, пятую линию просмотрел, увидел пропрыжку, естественно, будет пытаться принимать план. 2-2, Керриган минус Форест, запер выход, и здесь, ой, Моди минус Керриган, но и Робана тоже здесь с собой захватил, забрал АВП. Красиво сыграл Моди, конечно, от него уже второй тимкил, на самом деле, здесь за этот матч. Но пока идет на ура. К успеху, скажем, да? По пингу, кстати, у этих коллективов тоже все, в принципе, нормально. Тут единственное, что Xist с пингом 47. Скорее всего, он сейчас... Ну, вряд ли он играет из дома, из Швеции. Я думаю, сейчас он находится в Лондоне. Потому что он тоже активно привлечен к процессам, которые происходят во Fnatic. Ну, вполне возможно такое. Ну, с заменой, конечно, это тяжело играть. Я думаю, вторая половина просто покажет, что QP здесь будет не готов. 5-0. Пользу Fnatic. SK Gaming сейчас играют бай. Ну что, со второго раза, наверное, со второй попытки они могут неплохо зайти. Я даже думаю, что очень как неплохо. И вырвать себе все-таки одно очко. Ну, они этим раундом просто сломают немножечко дефенс команды Fnatic. Посмотрим, насколько он стабильный и крепкий будет. Ох-ох-ох, фаст игра, фейс пропрыг на шестой вагон. Дали дым на единицу, дым на пятую линию. Фейс закрепляется на вагоне, сейчас будет стреляться с Моди, проходит через дым. Ой-ой-ой, видел Моди. Моди залезает наверх уже слева просто. Да налево посмотри, он сверх полез, ай-яй-яй. Такую позицию сейчас может просто проиграть. Но на самом деле хорошо, что он не стал стреляться, его хотя бы сейчас не разменяют. Есть шанс разыграть у него из-под тишка. Очень-очень хороший, как видим, фейс проходит. Но вот он не видел Моди, действительно. Моди сейчас его просто убьет. Смотрите, Моди прыгает. Фейс минус Моди. Нет, фейс все-таки отстрелил. Робан забирает QP. Гидрайт пошел в пуш обходить спину. Xist плюс Фриз вдвоем. Минус от Xista есть, но СК уже играют в агрессивный пуш. У них катастрофическое преимущество. И они будут этим численным перевесом выдавливать, конечно, из команды Fnatic все соки на этом раунде. И, как видим, да, у них это получается. Такой вот выход на закрытый. Вот если бы Фейс еще пораньше родил и убил Моди сразу, то было бы все хуже на самом-то деле.
Он бы открылся, его бы разменяли, они бы выходили вчетвером, и не было бы вот такого фейса, который зашел бы просто в спину к врагу, который выходил в спину на выбивание. Знаете, получился раунд в спину, в спину, в спину, в спину. Разыграли просто по позициям, немного по-другому. 4 раунда преимущества за Fnatic. Это хороший результат. Сейчас посмотрим, как... Ой-ой-ой, красиво, конечно, сейчас СК сделали. Вот они дали проброс на зелень, сразу же дали гранаты, флешки, ушли моментально сотки к дому. Сместились и будут четвером, конечно же, здесь пятером халдить по дому. Ну вот бонусом является для СК здесь тот факт, что у Fnatic достаточно твердый дефенс. Но вот если сейчас QP выйдет на зелень, дефенс поломается, Моди будет принимать... Да, Моди уже начекал первый раньше, чем QP. Все, QP чек зелени, Керриган на поджиме. И сейчас, если не убьют апдаун, будет очень-очень тяжко парням играть. Тут, как видим, вот такой расклад. Игрок защиты стоит и ждет выхода на упор. На закрытом тоже все пока что... Проворачивается нормально. Пришел Xist на помощь. Ловит флешку. Ну что, смотрим на выход. Гидрайт минус. Сейчас будет минус Xist. Нет, здесь просто слишком много дыма. Xist отходит от белого. Минус один. Делпан прыжок. Приземлился. Минус. Хорошая стрельба. Очень, очень качественно вышли. Несмотря на то, что было преимущество небольшое у Fnatic, СК все-таки реабилитировались немножечко. Но вот QP в спине. Ах, минус один. Ну, no chance. Easy. Easy for SK Gaming, guys. Такой был сыгран раунд на закрытый. Ну, подобрали просто тайминг очень-очень хорошо. Знали примерно, что, как будут располагать свои позиции. Как будут строить свою защиту на закрытом Fnatic. В итоге взбили им экономику. Теперь будет наборность. И АВП на центре уже есть. Апдаун Робан. Ну, здесь без церемонии играют SK Gaming. Сразу же выходят. Понимают, что пистолеты им здесь. Если что-то плохое и сделают, то всегда можно будет разменять. А здесь, как видим, поджим закрытого на 2 юспа. Да, на 2 юспа. И попытка убить Фореста. Нет, Форест за ящиком твердо встал. Минус от фейса. Еще один прокат Фореста. Все-таки там было трио, которое прошло. Ну и ласт прокат Робана. 3-5. Вот так вот SK Gaming вылезают из, казалось бы, минусов, которых пытаются загнать. Еще 3 раунда, и это будет уже великолепная игра в атаке. Именно потому, что они здесь выйдут за пятерку. Выйдут за пятерку в атаке, в их дефенсе я вообще не сомневаюсь. Вот я не знаю... Как кто это дело видит, но, по-моему, 5 раундов это нереально. Нереально достаточно для всего прочего. Так, Делпан, чек 5-й линии. Там у нас Форест, Xist, Керриган, чек центра. С подсадом, конечно, они здесь... Ну, вот сколько раз мы видим подсадку в таких вот матчах, типа SK Fnatic, то есть в дробовых, да? Особенно у шведов. Они ее юзают, но результата от этого никакого просто нет. Вот я один раз, наверное, может быть, на жизнь, когда этот таур сработал. В Counter-Strike высокого уровня, именно на каком-нибудь чемпионате, ну, на лане. Стараюсь играть агрессивнее, меняется CS, конечно. Ну, это а-ля, знаете, это вообще олдовая, она с 2004-го, наверное, года, это таверка. И все еще в тренде, но пора придумать что-то новое. Так, ну вот у СК какой-то план, и начинает Fnatic потихоньку нервничать. Перестройки в позициях нету. 3-2. Классический ход дефенса. И размещение по позициям в упоре QP. Минус один стрижет с вагона. Уходит, падает, стрельба. И QP проигрывает пристрелку Робана, но это уже размен. Сейчас будет попытка сыграть в плент. И смотрим тут за Xist'ом. Тут есть Xist, фриз. И на Xist'е, в принципе, зелень. Его отстреливают, фриз, АВП. И минус 6-й вагон. Сразу просто. Но 5-я линия уже была пройдена фейсом. Естественно, фейс... Имел преимущество, забрал, по разменам проигрывают. Как видим, Fnatic вообще катастрофически просто. Команде SK Gaming остается датчанин Керриган. И сейчас ему здесь, может быть, спасет его одно но, если он зажмет по двум сразу и убьет их. Но он тут стоит против АВП, отробанный, и это тяжело. Ну вот он пострелялся с кунтом, и все, побежал на сейф. Тут как бы все, одел ноги в руки и побежал. Кольт надо хотя бы попытаться оставить. Ну, вот такие вот они, игроки немецкой школы. Ну, а на самом деле у него не немецкая школа CS, да, этот парень играл в Gravitas Gaming очень-очень давно, вроде бы даже в 2007 или в 2008 году. Он просто оказался в команде Mousesports, потому что знал хорошо немецкий язык, всех этих ребят давно знал, поиграл, и вот он такого плана игрок, что, к примеру, вот в такой ситуации он пошел сейвиться. К примеру, тот же Форест или Гидрайт, они бы никогда не пошли. Они бы просто врубили лося и пошли бы бодаться сразу. Не раз такое было. А вот он аккуратно взял, ушел. Считает деньги. Но все равно его настиг. Настигли СКшники. Форест! Агрессивный выход 100. Ну, против юспов. Давайте, может, здесь Xist'у вывезет. Срубит пяточку.
Я вот просто вижу, как там тело Фореста отлетает, и Фриз бежит по шестому вагону. Ой-ой-ой. А тут выход на закрытый. Как этот труп просто полетел, смешно. Ну, а пока есть разыгрывается эко, один калаш есть у Фриса, и Фриска редиска пока что не горит желанием открыться с этим калашом на кого-то. Вот старичок пугает Фриску, но он будет ждать тут, конечно же, Робана. Но тот спокойно останется в апдауне, они тут контролируют все линии. Вот если еще сейчас Керриган убьет, будет вообще еще. Ну, Керриган, как видим, тут немножко пропрятался, перестарался на сиденье на планете. Ну и Фриска редиска калаш не сейвит. 5-5, вот они, друзья, SK Gaming где, а? Смотрите, только что финнов уничтожили. Теперь начинается потихонечку подбор стратегий против команды Fnatic в атаке. Приносит это 5 раундов шведам из СК. Ну как подбор, они просто знают, как играют Fnatic. Тем более это лига. На самом деле, настоящие эмоции, вот и реально адреналин можно получить, когда вы просматриваете, например, игры на каком-нибудь национальном шведском чемпе или... Вот, например, был Inferno Online, где победитель все забирал, вот там шведы вот из СК играли просто на максимум своих возможностей. Fnatic пытались, но не допытались. Получилось все очень четко. Так, Фриску здесь, конечно, накаляют, пока что 6 хп, он так и не может убить никак со своего авика никого. Ну вот сейчас СК остались в такой ситуации, что если нет, все-таки отходят. Если бы они сейчас не ушли, не было бы дыма, чтобы откинуть на планете пятую линию, то их Фриз бы просто разобрал вместе с Керриганом. Как видим, здесь ситуация читается. Пошел чек дома, сейчас будут повторно занимать апдаун, давать инфу Робану, и Робан будет отвлекать внимание. Ну его задача тут просто высидеть, прождать какого-нибудь экшена ошибочного. Он играет здесь, стоит он против QP, тот его зачекал. Фриз 6 хп, Керриган закрытый, авик. Ну вот на Керригане может быть сейчас все закончится. Давайте смотреть. Фриз минус Робан. И Керриган нормально спохватил, прострел по Форесту через столб. И остался у нас один гидрайв. Ну, Кристофер, как ж так? Фриз, смотрите, 6 хп. Вы видели, что было? Он 6 хп просто вышел на гидрайта и дал минус. Гидрайт зажимал куда-то в неизвестном направлении. Беда. Беда, и с этим нужно что-то придумывать, парням. Один раунд преимущества за Fnatic, но свой дефолт лузовый SK Gaming уже взяли. Сейчас будет наработка 6-7 очка. Для них, вообще, для них бы еще матчпоинта было бы все в порядке. Ну, Fnatic, видимо, планы на выход со второго места. Не, ну если они в стыки попадут, это будет просто жесть. Делпан минус Фриз. Сразу просто. Вот Маркус Ларсон не простил. Фриз на планете открылся сразу с апдауна. Единственным бонусом у Fnatic в дефенсе является то, что Моди Столоун сейчас заходит просто в спину, видит Делпана, моментально убивает. Надо проскакивать, нет, надо брать авик. Но пятая линия, перестрелка, Моди, стрельба. Ох, минусует Робана, но его Керриган снимает в голову. Лол! Что делает Керриган? Он ошибся, он подумал, что это соперник. В итоге дал ему в башку. Вот это щи, друзья, 6-6. Это просто unbelievable steel series. Ну, нет слов. Там, по-моему, пацаны после просто победы Челси, наверное, сидят потерянные такие, знаете, с похмельем. Вот он, Counter-Strike. High level просто. Unbelievable high level. Ладно, выход middle, гидрает здесь в спине. 2. Ой-ой-ой, 2-1-2 действуют. С зеленью, с разменом даже сыграли. Молодцы, Фнатики, молодцы. Все-таки один раунд они здесь себе урвали. Форест минус QP, и в итоге... 7-6. Все, SK Gaming впереди. Вот вам дефенс команды Fnatic. И теперь я сразу вспоминаю, как они сладко потели, просто потели, щекотали себе нервы и резали команду SK Gaming на ножах. Когда вторым было абсолютно наплевать, как показывает практика и ситуация. Им было абсолютно наплевать, за кого играть. За атаку или за защиту. Но не будем забывать, опять же, один прекрасный факт, что здесь больше, да, шведский КС, здесь знание как бы соперника очень-очень ключевой фактор, и скорее всего, Fnatic могут просто знать того, чего мы с вами не понимаем. Так, пока что нашиф апдауна. Ой, на релат Моди врываются, просто толпа народу, минус Моди сразу. Ошибка в стрельбе, и это фейк, друзья, закрытый выход, убирают Керригана, бомба проходит по зелени, остается Гзист. А Гзист знает, Гзист догадывается, что сейчас будет эк. Опачки, бомбу не увидели, все, Гзист понял, это фейк. Если дает минус 2, то все будет хорошо, спрей. Минус 1 дает, выспреивает, минус 2, бомба падает, 2 в 3, моментальная ситуация разворачивается. И Fnatic имеет колоссальное преимущество. Остается один Форест, стрельба с башни, выход, чек плента. Плент пустой, на башне видел игрока, но его задача здесь словить. Фриз пытается поймать сейчас Фореста, Форест про вагон. Минус Гзист, инфа для Керригана и, конечно же, для Фриса. Керриган моментально, выходя с линка, реагирует на происходящее, минусует Фореста. И это 7-7. Наравне. Пока что наравне бьются ребята из Fnatic.
Также на левеле, конечно же, SK Gaming. Вот атака у них была, конечно, очень-очень офигенная, но Гзиз здесь красиво прочитал. Вот хорошо, что он остался стоять на позиции. Опять же, видите, да, вот оно знание, стиль игры, вообще задумок каких-то у соперника. Это все проработка детальная, друзья. Ну что, Дулпан здесь пока что стоит белый, его накормили сразу вкусняшей няшей. Она же Хаеша. Хае убивака. Минус от Гзиста. Ну не, 8-7 в пользу Фнатик, нормально. Гзист тут просто уже не прощает на последнем раунде. Остался Форест с ВП, и это полный лол. Вот Форест с ВП, это как, не знаю, как Мерлин Монро брюнетка. 8-7. Ну что, посмотрим на Фнатик сейчас в атаке, посмотрим на защиту от SK Gaming. За период, конечно, здесь статистика достаточно прикольная вырисовывается. Ну вот прикольный клатч-раунд от Гзиста. Три раза он затащил, один в два. Один раз затащил Керриган, один в два. Вот минус три давал Гзист тоже в клатче к UP плюс Моди. А вот Форест вообще псих. Посмотрите, он клатч 1-2 выигрывал как бы 4 раза. Жесток. Жесток Форест, конечно же. Ну что, ждем рестартов, когда они начнутся. Вроде бы как бы должны были уже. Да, начинаются. Начинаются рестарты наконец-таки. И вторая половина этого матча, друзья. Продолжаем изучать игру этих команд. Не, ну вся заруба, конечно, будет на стадии плей-офф. Напомню, что плей-офф прокомментирует для вас Ясла. Мы, со мной будет Юрий под ником Strike. Всем известный в прошлом игрок. Бронзовый призер World Cyber Games 2007 года. Ну а тут пока что шведы из SK Gaming принимают активно шведо-датчан из команды Fnatic минус Моди. Ну все, без Сильвестра здесь уже и жизнь не та. Я думал, это Ро. Стоп, стоп, я уж испугался. Я думал, это Робан вот в таком вот полете просто задвинул сейчас головошот. Счет становится 8-8. Так, сейчас я найду просто, где есть кнопка. Да, вот она. 8-8. Не успел включить обновление счета. Бывает, завтыкал, завтыкал. Что ж. Кстати, скоро на сайте Healthy Work, для тех, кто не знает, появится очередная порция блогов от проигроков. Так что я сейчас вот с нетерпением жду. Будут они посвящены Counter-Strike Global Offensive. Ну, как я понял, Карн сейчас хочет активно этим заняться. Он прямо так... Вот это Дулпан красавчик просто! Гранатку под себя, прямо как надо. Но ничего страшного. 9-8. Один раунд в пользу SK Gaming. Ну что, я хочу посмотреть, что Fnatic придумают. Вот они сыграли слив, бомбу не ставили. Вот здесь пора делать волю. Воля, волю, волюшка. И на этой волюшке можно было бы попытаться выйти с ближними респаунами куда-то и показать что-то кому-то, но пацаны решили, видимо, не рисковать. Хотят сыграть безопасно. Ну, счет вообще им позволяет играть 2 эко, как бы. Почему бы и нет? Так, тут пока Дулпан вот. Вышел на зелень, главное, сейчас начал чекать, а там уже все пробежали. Уже тут в апдауне, на трансформаторе все. Дулпан такой, наверное, а где они? Опять просто минус 5. Вообще без проблем, Дулпану ни фрага не досталось. 10-8. Два раунда преимущества в пользу SK Gaming. Пока что серьезность... Вот сейчас посмотрим, кстати, насколько серьезность Fnatic здесь будет проявляться. Мне кажется, что именно сейчас они находятся не в духе. Немного не в духе. Но дальше будет, наверное, попроще, поприкольней, друзья. Возвращаемся к просмотру матча. Так, приз, атака. Вапдаун, Дулпан, чек. Видим закрытого с авиком. Подсадочка разыгрывается у Фнатик. Ну вот она стратегия, как бы вот. Вот она попытка проявления гибкости в игре. Таким тауром. Фриз, лол, минус 2. О май гад. Минус 2 сабдауна. Пошел закрытый убивать. Фейс там остался. Ну, вот вам, пожалуйста, 2 ВП в команде Фнатик. К чему они просто приводят? Просто к чему они приводят? Это же полный лол. Фейс. В ожидании сладкого фриса. Фриса нету. Форест у нас сейчас рискует оказаться здесь обиженным. Ну или расстроенным-то точно, потому что на него сейчас собирается полный-полный пуш. Минус фейс. Все, Форест здесь все понял. Будет стоять на башне, наверное, до конца. Ждет кого-то с апдауном. О! Ой-ой-ой! Видел бомбу! Инфа! Гидрайт минус Керриган! 3 в 2, друзья! 3 в 2! Есть шансы! Есть жеш! Мажет фриз по пленту! Моди проходит сейчас под Фореста. Ну что? Сильвестр Моди Сталлоне, либо... Патрик Форест Линдберг. Давайте смотреть. Вот где ж ты? А, ну да, он тут ждет на голову. В итоге сабдауна видит парня, знает, что есть в пленте. И тут нужен гидрайт. Гидрайт не убирает единицу, его закрывает фриз. И все, друзья.
Весь бонус был в гидрайте. Профукали СК, но все равно. Вы видели просто момент, когда Форест открылся, он увидел парня, который несет бомбу, а потом только появляется игрок на шестом вагоне. Форест немножко отвлекся, убил шестой вагон, но парень с бомбой уже ушел. Если бы это было минус 2, то гидрайт бы был вообще ключевым игроком. Как бы... Ну, он был, в принципе, ключевым, но его бы важность бы еще раз 15 возросла в том раунде. Но это, по-моему, понимаю. Так, флешка от Фореста, интересная, прострел. Просмотр сразу же выхода на единицу, ее нету. Кьюпи открывает по Робану, чекает Делпана прохода на шестой вагон тоже. Пока не алё, Фрис минус Форест. Нет, как видим, все-таки атака здесь достаточно уверенная. От Фнатик сразу видны наработки красивые. Так, попытка Кьюпи зачекать спину, в итоге минус от Фейса. Ну, задницу поджали, да. Молодцы. Как видим, местоположение такое, что здесь есть Гидрайт, который готов сейчас от... Так, Кристофер. Эллисон, ты против Гзиста. Нет, все-таки Гзист засчитал ситуацию, понял, что игрок зелени стал обходить, инфа была, и один остался в закрытую. Ну и все, здесь осталось бояться только Делпана, и то на Делпана есть Фрикс и Керриган. Делпан минус Гзист, месть за Гидрайта. Она сладкая. Ну есть, конечно же, Фейс, который в упор хае. Чек пятой линии. Тут, как видим, пока что пусто по линиям, и будут, наверное, играть стяжку сейчас. Натик, нет, ставится бомба, а Фейс в этот момент проходит. Все-таки я думал, они уйдут в линк, поставят бомбу, так было бы более гибко. Но они без этого, наверное, без хитрости чувствуют себя уверенными. Как видим, Фейс вообще прикольно здесь играет. Смотрите, пролезает. Так, и что здесь за ситуация? Фриз жмет в спину. Ой-ой-ой! Хотел приколоться, Фейс. Хотел приколоться, не вышло. 10-10. Есть на что посмотреть. Есть на что посмотреть, друзья. Сейчас такая минута молчания, наверное, где-нибудь в TeamSpeak или в Ventril у команды SK Gaming произошла. Не какой-нибудь Форест там. Эко, пацаны, эко. Это эко. Так. Делпан решил поизучать пока что немножечко пол. Не, вообще прикольно, ты выходишь, ты не смотришь сюда, да, ты его не заметишь. Но если сейчас посмотрим... Ой, не могу, друзья. Ой, не могу. Но это очень старая фишка. Просто бонус в ней в том, как бы, то, что, да, тебя не видно и на тебя никогда не посмотрят. А если там еще лежит дым при выходе, то вообще огонь. Но минус этой нычки, как бы, в следующем, когда игрок атаки, внимательный, нормальный игрок атаки, хотя бы там, не знаю, который не первый раз в жизни КС видит, он реально поймет, что он свалился не с бордюра, потому что пробежал дальше. Ну, то есть, сколько раз вы там за жизнь отыграли трейн, естественно, вы задрочили, да, вот эти моменты уже интуитивно. Вот если бы сейчас Делпана не заметили, был бы вообще троллфейс, но он, конечно, сел как сел. Видимо, в хорошем настроении сейчас ребята находятся. Так, здесь закрытие, попытка дать закрытие апдауна. Закрыли по фрису. Нет, АВП у Фнатик. Вернее, есть одно, но оно подсажено на зелень. Здесь посмотрите, как с подсадкой борются. Вот там подсадка, а здесь гидрайт на шестом вагоне. Все, ты ничего ты просто не сделаешь. Ты можешь там дальше стоять. Можешь там дальше стоять, пока... Третья мировая война не начнется. Как бы, ну, никого ты на зелени не убьешь. Но здесь уже звено подошло, да, все, вот оно будет ключевое, три игрока есть. Бомба пойдет в зелень, естественно. Ну, а СК сейчас понимают, что до этого их атаковали уже зеленью. Но всего лишь один раз. Это, ну, вот маловероятная атака. Здесь просто сыграют на чек защиты, и сразу будет перетяжка небольшая, плюс хилпа. Бонус их позиции в том, что они находятся на открытом пространстве, и они могут просто линию закидать, не пустить на плант игроков нападения, даже если те зелени откроются нормально. Ну вот, префайр, гидрайт, и гидрайт просто минус 3. Тупо заштопал всю зелень, как видим. Ну, и результата никакого от этого нету. Сыграл на 100%, при том, что я вот сомневался, то, что он третьего убьет, но все-таки Эллисон сегодня в форме. Так что все огонь. Ну, а мы ждем Тускан сегодня. Тускан. Тусканчик, вот кто-то просит. Ну, следующая игра будет не особо зрелищной. Все-таки Fnatic против MyRavenge будут биться, мы знаем этих немцев. А вот после нее, друзья, Израиль Альтернейт. Это будет месть от немцев за команду Кирчнет, наверное. Не. Кирчам, кстати, надо одну игру по-любому выигрывать, но у них сегодня очень сильный соперник. Это, опять же, немцы из Альтернейт, которые активно тренируются. И совсем недавно, буквально где-то после поражения, сразу Бондик вместе с Блейдом они разбирали, что будет. Так, Форест пока что здесь неплохо накаляет на два фронта. Нормально. Вот вывели его на релат, конечно, но он уже сменил девайс, ушел. Ну, триксовый, конечно, Лимберг сегодня просто красавчик, много остался последний. Ой-ой-ой-ой, как зашил хорошо. И гранатка-то какая была от Фейса.
Как же там моди подлетело в стену. Обидно. Обидно, наверное, сейчас было. Грандиозная атака от Fnatic планировалась. Ну, видимо, они хотели просто... Знаете, есть такой тост, вот чтобы у нас все было и нам за это ничего не было. Вот Fnatic хотели сейчас сыграть так же, чтобы сыграть быстро, и им за это ничего не было. Но, как видим, ДСК с этим в корне были не согласны и разбили. Разбили пацанов. Ну, ура. Ну что, выход закрытый сейчас, наверное, будет, да. Кристофер Эллисон, зажим. Понял, что куда-то у него 20 патронов улетело не туда. Форест тем временем с Робаном тут щелкают апдаун. QP минусует Фореста. Ох, там гидрайт развлекается, конечно. Ну, QP с калашом на него залезает. Робан и старичок давит. 13-11. Ну, Fnatic уже лучше играют, чем финны, конечно, да, есть в этом определенная зрелищность. Но... Я все-таки думаю, что у Fnatic на самом деле колоссальные шансы здесь дать борьбу. Ну, просто им нужно сейчас найти ключик к дефенсу СК. Вот, последние несколько раундов атаки, которые не получились, они опять же крылись в гидрайте, крылись в дилпане, крылись в поджиме от Роббана. И сейчас, как видим, 4А играют. Достаточно европейский вариант игры за дефенс. У СК Гейминг Геттер белый проходит тем временем по зелени. Потрясающая, кстати, координация. Вот он белый прошел, нигде не запнулся. Встал в угол, его не видно. Здесь, как видим, пытается Роббан накалять, но вот ошибка. Ошибка в игре, слишком рано стрелял, не ожидал увидеть апдаун. 4 в 4, и Fnatic будут продолжать нарабатывать преимущество. Ну, а просто сейчас тема в том, что у них нет гранаты, им никуда не уйти. То есть, о-хо-хо, вот это фриз присел сейчас просто на пенек. Косарь должен, экзист минус долпан сразу. Косарь не должен, смотрим на гидрайт, его задача прочекать зелень. Все, теперь он может спокойно играть против единицы и будет, наверное, уверенно крыть выход на плент, плюс выход на X. Как бы преимущество за шведами из СК явное. Ну, все зависит от того, как экзист разыграет. Если он убирает гидрайта, нет, все, его зачекали очень-очень плотно, он убирает Фореста. Но это инфа для Геттера, опять же, позиция гидрайта здесь очень-очень важна. Никто из Fnatic не знает, что он здесь, в этом все дело. Но вот Fnatic все-таки выкрыли себе время, сделав минус, они выбили время, ушли на закрытый. Получилась у них стяжка. Вот если бы фрага, если бы Форест не рисковал, было бы все окей. Здесь, как видим, фейс залипает вообще в другую сторону, его сразу просто сносит Сильвестр Моди. Сталлоне. Ну и гидрайт уже не играет никакой роли. Гибко! Гибко или нет? Да, конечно, гибко, а может быть губка. Ну и гидрайт 4 хп. Надо идти на сейв, забирать авик просто и убегать отсюда сразу, потому что тут уже ничего не светит. Но, как я и говорил, вот такие парни, как гидрайт, никогда не сейвятся. Они просто бегут стреляться. 13-12. Раунд преимущества все еще за собой оставляют SK Gaming. У них еще набранная экономика очень хорошая. И сейчас... Сейчас они будут играть один из ключевых раундов. Но если Fnatic сравнивают, это, возможно, эко от СК. Я просто не помню... Я просто не в тренде, как они там играли по очкам. Вернее, в том плане, то есть... Какие... А, так у меня же... А, у меня здесь не работает эта табуляция, сори. Я хотел просто посмотреть раунды, посчитать, где они купили. Вот у меня вылетело из головы. Ну, пока что минус Дилпан. Он, по-моему, там решил сыграть агрессивно. Гидрайт тоже очень жесткую позицию занял. Но с перспективой на то, что сможет дать больше одного фрага. Форест сейчас будет поджимать с Робаном зелень. И Робан, как видим, да, его флешат. В итоге Форест. Ну, Форест на взводе. Это минус QP, все. Ой-ой-ой, Форест! QP на отходе как прошивает! Просто в банке пошел стяг. Керриган минус гидрайт. Вся перспектива у SK Gaming просто падает в никуда. Идет проход от Керригана на единицу. Спрей минус Робан. Форест замыкает. Его сразу сносит QP. Зелени остается последний фейс. Это 13-13. И хотя не ясно, фейс убивает Моди. Падает бомба. Дает он на шестой вагон гранаты. Но QP здесь очень метко контролирует ситуацию. Понимает, что волноваться не стоит. И... совершенно хладнокровно отстреливает Линк. 13-13, эко от СК все-таки. Вот она, команда Fnatic. Не так, конечно, все гладко, но более-менее четко сейчас они проводят серию раундов для себя. Как видим, все-таки в этот матч очень интригующий получается, друзья. Ну что, один эко здесь должны сыграть парни. О, так, сори. Убрал одно очко у Фнатиков. Вернем он 13-13. Здесь, как видим, диглы пистолет. Гидрайт дигл, минус дулпан от Гзиста. Гетра здесь очень такой прямо, ну, весь из себя такой бежит, волосы назад. Но вот не убил никого. Но эко сыграли очень агрессивно. Кстати, Fnatic агрессии на агрессию ответили, это стоит заметить. Значит, знают что-то, чего не знаю я и чего не знаете вы.
Ну, я считаю, что это уже просто чувство. Столько времени играть друг против друга, и постоянные вот эти вот замесы, особенно последний тренд, это просто чемпионаты в Стокгольме и спорт-арене. И финалисты одни и те же. Это, конечно, заставляет изучать, 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 еще раз изучать. Так, Фейс пошел у нас, по-моему, сейчас на батю. Давайте посмотрим, как он тут сыграет. Ой-ой-ой, далеко не на батю пошел, но он сейчас нормально. Первая пошла флешка, вторая. Вот очень технично играет, посмотрите, все флешки за столбом упали. Дает еще одну гранату. Но остается белый после этого, уходит его с фейка, видели. Не знаю, что там фейк есть, под него идет накат жесткий. Робан минус 2 в дым, лоу ворвался, убил. Фейс ждет, ждет, ждет аркады с фейка, но ее нету. Здесь, как видим, трио просто встало за попдогом. Керриган минус Форест. Минус от Делпана, Керриган минус Гидрайт, Фейс дает размен, один остается фриз против двух игроков, у него АВП, он играет в размен, и один Делпан выживает, 14-14, вот это борьба между шведскими командами. Кто бы мог подумать, что до такой стадии все это дело дойдет. Вроде бы SK Gaming набирали, но Fnatic поразили. Ключевой раунд для Fnatic, и в итоге минус... Плюс деньги, конечно, у СК, но не особо много, и сейчас уже здесь будет неважно. Если даже 15-15, то эти... Ну, я думаю, все-таки они до нищи могут дойти. Могут дойти, тем более... По очку-то получат, как бы, да? Будет нормально. Но Фриз там мог на самом деле выстоять. Он там уже две банки закатил, третья пошла. Вот если бы еще четвертую дал, то все. Был бы раунд. Выход апдаун кроется, выход 100 тоже. Форест Гидрайт нестандартной позиции, врыв сотка. Аркадов. Фриз не может дать размена, потому что боится открываться. В итоге в него тут залетает флешка. Чек 100, попытка убить, но no chance. Пока что Фнатики закрыты полностью. Нужен какой-нибудь бешеный парень вроде Фриза, который может раздать. Но он пока что с АВП лишен, конечно же, мобильности. Опс, ноузумчик, хотя ему и не надо мобильности. Он и так, как автомобиль. Только еще стреляет. Фриз это маленький датский танчик, который берет и пшик-пшик-пшик такой. Зарядил, убил. А вот Гидрайт это шведская кавалерия целая. Просто спрей в датчане на минус он. 14-14 все еще. Но у Моди здесь и QP шансов невероятно мало. Здесь надо просто Моди сейчас отыграть, как он никогда в жизни не играл. А у QP 3 хп. А у Делпана уже просто глаз начинает трястись. Он прямо знает, что где-то сейчас я должен это сделать. Вот это, конечно, десант от Долпана. Но, слава богу, Гидрайт разобрался. 15-14, друзья. Слушайте, эти парни невероятно быстро играют. Динамика, на самом деле, раундов такая, что, грубо говоря, мы за где-то 35 минут просмотрели почти 30 раундов. Вы представляете? То есть это на самом деле, очень быстрый темп. Очень быстрый темп игры, при том, что... почему я люблю такое шведское дерби? Не потому, что там одна команда задает темп. Там все играют быстро на максимум. Ну, а пока что минус от Делпана. СК из последних сил пытаются тащить. Фриз, ну да, здесь все. Здесь Фнатик просто сдались. Пишут моди ГГ. И, наверное, можно смело смотреть за статистикой. Ласт у нас Керриган. Дигл уже никто не отпускает, друзья. Ну что, 16-14. Ну, расклады здесь такие. Гзиз 16 на 21, 19 на 20 Керриган, QP 15 на 23, 16 на 18 Моди сыграл. Всего фрагов за весь матч 20 на 18 у Фореста. SK Gaming, не Фореста, у Фриза 20 на 18, извиняюсь. Робан 17 на 18, 17 на 16, Фейс, Гидрайт. Ну вот давил у нас, конечно, Форест 25 на 19 и 15 на 17 играл Делпан. Но Делпан, он, конечно, здесь не вышел в гигантский плюс, но ключевые моменты он выигрывал всегда с АВП. Гидрайт 26 на 16. Ну, что я могу сказать? Это вот это как Гидрайт 18 лет было, как Гидрайт сейчас, там, в 20+, да? Все то же самое, ничего не меняется. Шведы давят, шведы жгут, шведы становятся лучше. Оставайтесь с нами, друзья, никуда не уходите. Через несколько минут я вернусь, мы будем с вами смотреть матч команды Fnatic против немцев из MyRavenge, а потом перейдем к самым сладким матчам с коллективами из СНГ, Moscow Five и Kerchnet.